Привет, ребята. Нет, давай по новой. Привет, друзья. Нет, я не на камеру смотрел. Привет, друзья. Много приветствую, друзья. С вами снова Серега Кишкобуд. Среди вас есть много подписчиков с Востока. Именно для вас буду сегодня дегустировать восточную кухню. Так что поддержите лайком, напишите комментарий. И мы будем разрывать YouTube. Друзья мои, у меня есть мечта, чтобы мое видео попало в топ. Но для этого нужно, чтобы вы посмотрели видео до конца. И поставили лайк, и написали комментарий. И тогда моя мечта сбудется. И мы будем разрывать YouTube, ребята. Так что я очень надеюсь, друзья мои, на ваш поддержку и понимание, как-то так. Я просто это дегустирую кухни, как восточную кухню, меня много ребят просят. Друзья, вот пришел я в восточную кухню, но перед челленджем я всегда взвешиваюсь. Я купил для этого весы. Сколько я наберу после челленджа? Килограмм. Вот весы у меня такие. Я взвешиваюсь. 77,8. Мой вес в начале челленджа 77,8. Сколько я наберу после челленджа, ребята? Самому интересно. Вот принесли меню, сейчас буду выбирать. Друзья, нашел так. Что не пробовал? Суп харчо, ребят. Манты. Синхали я ел, манты на второе, чай зеленый, пока закажу. Вот я определился, мне суп харчо, манты, чай зеленый. Заказали, друзья. Наслаждаться будем вкусом, ребят. Торопить не надо события, все помаленьку. Что, принесли уже? Вот, спасибо. Чаек принесли. Лимончик. Вот, чаек с лимончиком. Восточная кухня. Ни разу не ел харчо. Попробую харчо. Так что, ребята, кто кушает, приятного аппетита вам всем. У меня аж слюнки побежали. Один аромат такой, чего стоит. Ну что тут? Вот крупа какая-то, мясо, трава какая-то. Ну такой жирный супчик, ну, вкусный супчик. Угу. Спасибо. Ну, лепешку принесли мне, азиатскую. Лепешку буду кушать. Суп харчо. Кто ел, напишите. Ну, вкусно. Кто не пробовал, советую попробовать. Замечательный суп. Не хватает Саниных комментариев. Ну, ничего, готов я к этому. Я же теперь самостоятельный блогер, ребят. Приходится развиваться умственно и развивать свою речь. Ну, со временем зубы ставлю, потому что, чтобы не шепелявить. Это же мое оружие. Сейчас приходится не глотать, как питону, не жувая. Два зуба вот нету. И уже разговорная речь уже другая вообще. Ну, супом разделался. Пол лепешки съел. Чайком это придавить. Ждем манты. Ну, суп наваристый, жирный. Рис там, мясо. Еще какая-то зелень. Ну, такая маленькая, островатый. Ну, мне понравился, что бульончик. Вообще такой прекрасный, особенно если кто, ребят, с похмелья или как-то. Я вот люблю, любитель был бульоном отходить, когда сильно аппетита нету, чисто бульончиками таким, там вот так отходить. В целом, ребят, где в блюде есть мясо, я люблю вот это, я же не мясоед. И, кстати, ребят, я вот, вы там много кто пишете, что как будто я комментарии не читаю, нет, я комментарии читаю, стараюсь развиваться. Там много кто писал, чтобы я руками не махал и часто не называл ребята, ребята. Я сейчас называю вас друзьями, друзья, так что я выводы делаю, так что пишите в комментариях обязательно. Я их читаю и просто сопоставляю все это, ребята, и как-то стараюсь реагировать на ваши замечания, стараюсь воспринимать это. Вы не подумайте, что я безразлично отношусь к этому. И много писали ребята, чтобы я попробовал восточную кухню. Вот я пришел в восточный ресторан, восточная кухня называется. Еще одна к вам будет очень
такая просьба, чтобы продвинуть это видео в топ, досмотрите его с начала до конца это видео и напишите комментарий и поставьте лайки, и мы продвинем видео в топ, и мы будем в дальнейшем дегустировать всякие разные кухни, русскую там, например, белорусскую, ну, восточную, европейскую. Ну, какую будете писать, ту и пойдем и продегустируем тот ресторан. Попробуем все блюда. Так что пишите, от вас много чего зависит. Вот манты мне принесли, ребята. Спасибо вам большое. Вот такие мантишки. Будем дегустировать вкус мантов. Сочный, вон сок бежит из них. Один съел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь мантов. Ну, тут галимое мясо. Бежит сок. Ну, сытные манты. Сметанки. Ну, сметану сколько кладу. Надо разрезать, попробую. То разваливаться что-то. Порезать, а то так рассыпается. Ты не как в магазине покупаешь манты. Здесь чистое мясо чувствуется, что мясо без всяких добавок. Да, душа есть в этом блюде. Сметана тоже настоящая. Не как в магазине. Чувствуется, что деревенская. Надо точно срочно в спортзал, блин. Я боюсь абонемент брать, ребят. Абонемент возьмешь, опять все на карантин закроют и... И опять будешь сидеть без спортзала. Вот я вот ем столько много. Что-то не толстею, ребят. Куда все девается? Некоторые там булочку лишнюю сидят, и сразу там толстеют. А здесь столько питаешься, не знаю. Спасибо. Очень вкусно было. Сейчас еще что-нибудь закажу. Ну что, манты, настоящее мясо. Сочные, не как я брал в магазине манты, там варил, но это на пару, но я там все равно чувствуется, что там что-то добавки какие-то, нечистое мясо. А здесь я вот ем, я просто знаю, когда чистое мясо, потому что я деревенский, здесь без всяких добавок, мясо чистое, ну, видно, что сварено с душой. Спасибо восточной кухне. Ну, ресторан вообще такой. Здесь просто сидишь и отдыхаешь душевно и морально. Посмотрим, что на десерт, какой салатик заказать. Продолжим трапезу, ребята, пока это закажем. Сейчас картошку с грибами поедим. Как вы знаете, что я грибы люблю. Кстати, понравилось мне грибы очень сильно. Я потому что их люблю. О, офига салат. Мне принесли ассорти бакинских овощей 500 грамм, 130 рублей. Свежие овощи, все это свежее. Сейчас картошечки принесут, с картошечки салатики. Здесь вот помидоры, помидорку надо разрезать. Напишите, кто так делает. Целиком, наверное, помидоров. Вообще неожиданно было увидеть, столько салата много. Ну-ка, это что за трава? Это перец. Перец. Укроп. Что-то много салата принесли. Полкилограмма. Витамины столько наем. Я объемся, наверное, салату сегодня. Что-то я лишканул салат. Столько зелени, как трава, бля. А это что за трава? Напишите, братья, что за трава. Так, друзья, я превращусь в мясоеда. Травоядную. Трава, трава, да. Огурчики такие. Огурцы-то какие-то интересные.
Я слышал, что на Востоке подают порции огромные. Ну такие, не думал, что такой салат огромный принесут. Помидор, огурцы какие-то. У меня другой сорт рос огурцов. Вы как помните, здесь даже семян нет. И вкус вообще другой. Да, зелени предостаточно. А это что такое? Кизелевое варенье. О, подарок мне принесли еще кизелевое варенье. Ну, восточные люди, гостеприимные. Спасибо. О, картошка с грибами подоспела, ребята. Все полегче будет. Зеленись. Да, друзья, я серьезно обжора, наверное, бля. Наконец-то эта трава доела. Что-то я не на шутку разошелся с этой травой. Лоханулся. Не ешь траву, будешь козленочком. Вот у меня профессия какая вредная, а. На пенсию, наверное, рано пойду. За вредность. Что-то я устал жевать. С этой травой я что-то маху дал. Не думал, что они полкилограмма мне травы принесут. Ну, точно не стал бы вегетарианцем. Трава. У меня с челюстью устали, если честно. Ну, все зато витамины, наверное, попробовал вчера. Там же витамины. Спасибо огромное вам. Очень все было вкусно. Спасибо. Я еще сегодня к вам зайду, сейчас пойду, покурю, еще приду. Все мне понравилось. Да, очень восточная кухня очень. У нас так, первый раз, да? Да, замечательно. Душевная и отдохнуть, и обстановка хорошая. Вот, друзья мои, принесли счет мне. Наел я на 1960, так как обслуживание очень замечательное здесь. Сани, помню, ходил по ресторанам. Он всегда чаевые оставлял. И как я воспитанник Сани, ну я тоже. Сколько имею, вот сэкономил на дороге, ну, по возможности тоже оставлю чаевые очень прекрасной, ну, даме, официантке, которая меня обслуживала, мне все понравилось. Вот я ей оставляю соточку, так что не обессудьте, друзья мои. Мои загорелые ноги лучше всех подходят к моим загорелым рукам, к моим загорелым подругам, к моим красивым шортам. Мои загорелые ноги много ходят, долго плавают, я тебя схаваю, поймаю, откушу голову, пришью новую, загорелую, зачем я это делаю? Все знают, я не знаю, обнимаю море, море обнимает акул, акулы, водолазов, водолазов, всех сразу. Какое смешное слово, водолаз. Лазить в воду, я ложу воду, значит я водолаз. Акула разрывает нас на части. Меня и мои загорелые ноги рядом со мной. Я заберу их с собой, когда поеду домой. А пока я включаю дурака. Вот, ребята, я проголодался. Вообще сильно-сильно. Опять пришел в это заведение. Восточная кухня. Тут и обслуживание, во. И кормят, во. Мне понравилось, кстати, кухня. Вырываемся в кухню. О, закрыто. Позвоним. Подеем. Ну, до 5, это банкетный зал. Здравствуйте еще раз. Можно к вам? Конечно, проходите. Спасибо большое. Здравствуйте еще раз. Масочка, конечно, сейчас есть, есть. Если в твоем рту утопают мои яйца. Я тебе говорил, что я все подстроил, и ты не случайно потеряла ноги. Я заложил тротил в твои. Вот. Хачапури по-аджирски хочу попробовать.
телятину с овощами и баранина, люлю, кебаб из баранины. Можно? И лимонад какой-нибудь. Тархун какой? Не тархун, а как вы второй раз? Кафури. Кафури давайте. Тархун-то я ел, пил. Тархун ходовой. Вот, ребята, лимонадик принесли. Кафури. Какой-то кафури. Вкус года. Вот это что за ягода, ребята? Восточная, видать. Кафури. Ягода. Ягода. Не знаю. Кто знает, напишите, ребята. Что за ягода? Кафури. Будем пробовать. Не подумайте, что это вино. Вот она. Это не вино. Ничего, это кахури. А что там пишете, что я пьяный постоянно? Ну вы столько еды съешьте, ребята. И сами поймете, когда много человек ест, он пьянеет от еды, организм просто пьянеет, на сон клонит, слабость, вялость. Я обычно спать хочу, когда я нормально покушаю. Вот вы спрашиваете, что со мной после батла происходит. Вот когда я переедаю, сильно много ем, я домой приезжаю и спать, как медведь, в спячку сразу, раз, и все. Ну а кто меня давно знает, они просто видели, когда какой я пьяный, какой я трезвый. Ну, спасибо. Это пирог такой. Друзья мои, такой хачапури мне принесли. Кто пробовал, пишите. Ну, яйцо вот вижу. Горячий, правда. Сейчас будем резать его. Так, ножик надо, наверное, в этой руке держать. Правый. Я же не левша. По кусочкам буду пробовать. Будем макать. Ну, сытный. О, спасибо. Вот еще принесли мне. За телятину с овощами. Пирожок. Все заодно будем пробовать. Это ужин у меня такой насыщенный. Ребят, перед сном сейчас опять наемся, как Боров. Буду храпеть, как кот. Как говорится, песня поется. Восток, дело тонкое. Братуха. Петруха. А, нравится мне мясо по-восточному. Это плотный ужин, вообще сытный, блин. Да прикиньте, столько калорий я съел. Напишите, кто так в течение дня питается, ребята. Сейчас, кстати, посмотрим, сколько я килограмм наберу. Мне самому интересно. После восточной кухни. А вот пиши где, Серега? Весу здесь, Саша? Похоже. Вот весы-то, ребята, я не помню, где оставил. Пошел с радости кататься. А весы куда девал, я не знаю. Ёлки-палки, я же запереживал весы-то. Сейчас просим, может, здесь оставил. Угу, спасибо. Пойду гляну весы, ребята. А вы не видели зеленые весы, мы здесь не оставляли? Вот, спасибо. Мы, оказывается, здесь их оставили. Вот какие повороты. Перемкнула куш и еда. Я говорю, много поешь, как пьяный становишься. Так что, кто понимает, тот поймет правильно. Ну, спасибо большое вам, огромное. Вот и все целое. Есть еще порядочные люди, друзья, которые прибрали, не взяли их. Весь день они здесь пролежали. Никуда не делись. Ну, хорошо вспомнил, что надо взвеситься. Я, наверное, сегодня объемся опять. Восточная кухня это разрывает меня от нее. Юля кебаб принесли мне. Сейчас Юля кебаб буду есть. Вот острое, видать. Ну, такой ужин у меня полноценный. Ну, хоть на электросамокате покатался, мне вообще понравилось, вообще, как ребенок радовался, маленький, машинки. О, как
сыт, да я ужинаю перед сном. Что я вам скажу, могу сказать. Челлендж — это хорошая штука. Мне не хватает комментариев с Аней. Скучаю по ним, по комментариям с Аней. Как-то ту зиму челлендж выполнял, он постоянно комментировал. Ну как не приглашу Саню на челлендж, пусть покомментирует, если будет свободное время. Скажу, вспомним старые добрые времена. Саня, скажу, приехай, прокомментируй, пожалуйста, поддержи мой канал туда-сюда. Как-то так, ребята, не знаю, думаю, не откажется. Очень все здесь очень вкусно, с душой приготовлено, аппетит нагоняет, так что ем и ем. Баранина, говядина. Меня разопрет скоро. Ну, последний кусок. Все, на этом сегодня, наверное, хватит. И так калорий уже предостаточно употребил. Чувствую, что уже, то я уже не наслаждаюсь вкусом. Начинаю просто переедать, так что надо тормозить. А вы как сами знаете, что переедание это вредит здоровью, надо за своим здоровьем следить, для более глобальных челленджей, для соперников расставить. Сегодня, ребят, просто не челлендж, я так чисто наслаждаюсь восточной кухней, вкусом восточного кухни, но мне очень понравилась восточная кухня. Так что пишите в комментариях, кому тоже нравится восточная кухня. Сейчас мы, короче, взвешиваемся, ребят. Посмотрим. За день сколько я набрал. О, нифига. 83. Будто 70 чем-то. Вот, смотрите, 80, елки-палки. Ребята, я набрал 2 килограмма, считай. Ребята, ну всем спасибо за просмотр, кто смотрел ролик до конца, поставил лайк, подписался на канал, на колокольчик нажал, на мой инстаграм. Ну всем до свидания, всем дай бог здоровья, мира, дома вашего, всего самого наилучшего, до скорых встреч, пока. Алло. Да я еще на съемках. Ты где? На съемках. Где вон? Где? Все, ты поздно, что ли, приедешь? Да, 24 часа на съемках. Давай.